Меня зовут Игорь. Я вам занес компанию KBFIN. Я вас не отвлекаю в данную минуту. Очень приятно. Нет, все нормально, я вас слушаю, да. Я звоню вам с компании, которая занимается анализом рынка биржевой торговли. Слышали об этом что-нибудь? Да нет, никогда. Я вам занес интересным предложением касательно дополнительного дохода. Вообще, как относитесь к заработку, к доходу? Да, конечно, я думаю, я за любой типиш, как говорят, кроме голодовки. Отлично. А вы слышали что-нибудь про ценные бумаги, акции? Ну да, я как-то слышал, у меня один товарищ где-то приобрел акцию компании Pornhub. Слышали о такой компании? Неплохо. Нет, ну я не знаю. Я не знаю, правда это неправда, но, по крайней мере, он мне сказал, что он данную акцию где-то там приобрел. Я не знаю, смешно ли это, не смешно, но я просто в этой каше никогда не варился, поэтому я не знаю, правда это или нет, но он сказал, что он одну акцию Pornhub где-то там приобрел, я не знаю. По какой цене, если честно, я не давался в подробности. Вот. Вот как-то вот так вот. И что тебе с этого? Я вам сейчас скажу. Он... Хотите, я вам скажу, сколько стоит акция Pornhub? Нет, ну да, ну а, да, да, говорите, скажите, пожалуйста. Давайте, да, давайте сейчас. $54. $4? $54. А, 54. Одна акция Pornhub. Блин, слушай, это же не так уж дорого, это в рублях. Блин, да вообще ни о чем. Угу. А, скажите, видела. И вот скажите, вот с данной акции Pornhub, да, того же самого, можно ли там как-то деньги делать? Я просто, честно, я в этой каше никогда не варился, как я вам сейчас до этого сказал. Вот. Для чего вообще их покупают, вот данную акцию того же самого вот этой хаба? Мужчина, смотрите. Определенная акция покупается с определенным усердием. Ну, то есть для чего? Чтобы выработать с этого что? Прибыль. И зарабатывают вообще на акциях, и все как это и делают, на разнице. Покупают дешевле, ждут и продают дороже. Слышали что-то про криптовалюту? Ну да, 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 там типа биткоин, да, вот это все. Да, да, ну вот именно с такой валютой на таком же примере работают. Определенная компания закупает определенное количество акций у брокеров и продает их, соответственно, определенным людям по себестоимости. Но при этом всем некоторые компании специализируются как аналитики. Например, эти аналитики как занимаются? Например, наша компания имеет достаточное количество клиентов, на чем мы и зарабатываем. Нам не интересен сам процесс, нам интересно работать через людей, которые будут приносить нам только всего 10% прибыли, и при этом всем это единственный наш заработок, и мы ни при чем никак не пользуемся чужими средствами, мы не трогаем другую валюту. То есть я вот за это вам говорю. Я понял. А, ну хорошо, вы мне скажите, вот сколько я смогу заработать, если я, например, ну $54 одна акция, да, это сумма небольшая. Ну, например, куплю я 10 акций на $540. Сколько я смогу заработать в месяц? Смотрите. Да. Это, ну, давайте я вас наберу попозже чуть-чуть. Через хорошо. Сколько? Через сколько попозже? Ну, давайте я вас через час наберу, полтора, чтобы вам было удобно в свое время, хорошо? А я вроде бы сказал, что мне и сейчас удобно. Это может быть вам неудобно сейчас? Нет, конечно. А почему? Вы же мне сейчас позвонили, вы мне говорите, что вам неудобно? Это как понять? Нет, просто вы начали говорить за Pornhub, это никто не говорит. А мы не работаем ни с серьезными клиентами, извините, всего доброго. Ну ладно, пошел нахуй тогда, давай. Всего доброго. Давай, иди нахуй.